Одесский исполком рассмотрел проект бюджета на следующий год. Директор департамента финансов горсовета подчеркнула, в этом году, как и в прошлом, средства будут выделены на дороги, ремонт домов, городских коммуникаций, другие текущие потребности, а также обслуживание кредитных обязательств. Напомню, в 2020-м мэрия снова одолжила довольно приличную сумму. Согласно плану, доходы бюджета в 2021 году составят 10 миллиардов. 467 миллионов гривен. Расходы не намного отличаются от доходов. 9 миллиардов 583 миллиона. Плюс еще 883 миллиона предназначены на обслуживание кредитных займов муниципалитета. Основні параметри бюджету міста Одеси на 2021 рік. Це загальний фонд 10 мільярдів 155 мільйонів гривень, із них субвенція 1 мільярд 719, спеціальний фонд 312 мільйонів, видатки 9 мільярдів 583 мільйони гривень. Управление дорожного хозяйства получит больше среди муниципальных структур. Почти 315 миллионов гривен на уровне и финансирования департамента городского хозяйства. 208 миллионов гривен. Не забыли и о самых крупных коммунальных предприятиях. Так, Одесгорэлектротранс может рассчитывать на 460 миллионов. А теплоснабжение города Одессы на 250 миллионов. Утвердить бюджет должен городской совет 23 декабря, который соберется на очередную сессию.